Привет! Сегодня у нас на ремонте смартфон Blackview A20. Это недорогая бюджетная модель, у которой разбит сенсор, но, как впоследствии выяснилось, разбит и экран. Мы покупали в Китае сенсор и потом еще ждали месяц экран. И в этом видео я покажу, как его самостоятельно можно заменить, как экран, так и сенсор. Вскрываем крышку, извлекаем аккумулятор, сим-карты и карты памяти. Откручиваем множество шурупов. Теперь аккуратно отщелкиваем защелки и открываем внутренний корпус. Напомню, что все ссылки на инструменты, которыми работаю я, можно найти в описании под видео. Ну вот, мы добрались до основной платы. Плата прикручена на несколько шурупов, которые я предварительно открутил. Отключаем все шлейфы. Теперь нам нужно добраться до шлейфа, а для этого необходимо отклеить наклейку. Это у нас вибромотор, его мы тоже отклеиваем. Теперь аккуратно отклеиваем шлейф, до которого мы добирались. Открутив предварительно все шурупы, плату можно демонтировать, но не забудьте отклеить кнопки громкости и кнопку включения. Плату извлекайте аккуратно, возможно, потребуется отклеить разговорный динамик. Теперь приступаем к разогреву. Я использую обычный строительный фен, так как другого в наличии нет. Вы можете использовать около 2 минут обычный фен для волос. После того, как мы разогрели, сенсор легче отклеивается, но все же нужно приложить усилия. Готово. Наш сенсор с экраном легко отсоединяется. Именно на этом этапе я обнаружил, что дисплей тоже нуждается в замене. Мне пришлось поставить на паузу видео, заказать новый и спустя месяц продолжить съемку. Экран уже у нас на руках, теперь нам следует перенести микрофон и вибро, так как с новым экраном они в комплекте не идут, а для этого нам понадобится паяльник. Паяльник мы заказывали на сайте AliExpress, он очень хороший, быстро нагревается, с экраном для регулировки температуры, и здесь в подсказках вы можете посмотреть на него обзор, а также заказать его. Ну вот, теперь все готово. Отклеиваем скотч и приклеиваем шлейф к экрану. Перед тем, как приклеить сенсор, нам необходимо его подключить к плате на экране. Теперь сквозь корпус телефона продеваем шлейф и начинаем клеить. Мы используем специальный клей B7000 специально для экранов и сенсоров. Теперь отклеиваем пленку на внутренней части сенсора и начинаем приклеивать наш сенсор. Для правильного приклеивания сенсора нам необходимо зажать на зажимы, ссылки есть в описании. Оставляем его в таком состоянии на несколько часов. Теперь снимаем зажимы и начинаем собирать в обратном порядке.
Смартфон собран, теперь можно запустить и проверить. Все работает. Рекомендуем, все ссылки есть в описании. Спасибо вам за то, что смотрите наше видео. До встречи во вторник, четверг и субботу. Вы на канале Зэграчики, с вами Сергей. Пока.